told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.
закрываю, то есть не оставляю петли открытыми. Промыслом. Снимаю петли бросовой нити на промысло. Связали, вкололи плечи, вкололи по центру и на себе примеряем, сколько, ну какую-то ширину плечо я хочу иметь. Отметите, потому что плечо у нас не соответствует местоположению анатомическому, то есть косточка на одном месте, а окончание плеча в другом. Поэтому вот сейчас посмотрели, устраивает ли вас вот такое количество плечевого шва. Можете прямо сейчас отметить то место, где мы будем делать ворот, то есть горловина такой длины, вот она, плечи вот такой. Так, лицом к лицу сложили, плечевые швы зашиваем. Зашивать можно любым удобным для вас способом. Косичкой, на машинке, иглой, как хотите. Какой способ вам нравится, таким и зашивайте. Если косичкой, то за полный петельный столбик. Можно сшивать на вязальной машине, навесить обе части на иглы. Если не уверены в качестве шва, провязать один ряд и уже провязанный на машинке ряд закрывать.
Дошили до краешка. Подтянули, потом спрячем все хвостики. Качество шва. Должно быть все ровно. Полосы совпали, это не специально. Полосы делала в вольном режиме, они у меня просто совпали. То же самое делаем в другую сторону. Зашиваем второе плечо. Верхнюю часть пледика, пуговицу крыльям. Вот у нас зашиты плечевые швы, вот они. Горловина по спинке и по переду. Надеваем равномерно на вязальную машинку. Количество петель определяется методом расчетным. То есть мы смотрим, сколько сантиметров у нас идет на длину всего полотна и умножаем на петельную пробу. Таким образом мы не ошибемся, у нас всегда будет правильно посчитана эта вот присборка, которую мы... либо присборка, либо растяжение. Она всегда будет ровная, и после того, как мы снимем полотно с машинки, оно не будет деформировано. Я сделала очень маленький рулик для того, чтобы убрать протяжки, убрать вот эти вот хвосты и вывести один цвет на обработку горловины и на вырез. Ниточки остаются здесь. После того, как мы провяжем планку, мы их берем внутрь. Середина. Середина каждой части. И после этого уже равномерно можно распределять все полотно. Очень ровненько ляжет. Я беру полный петельный столбик. Опускайте все хвостики четко вниз, чтобы они не мешали машинке проехать по полотну. Закрываем все язычки, если у вас машина с нитеводом, для того, чтобы она не захватила протяжки и не мешали провязывать ряд. Заправляем нить того цвета, который мы будем провязывать, и несколько рядов. Формируем обратный подгиб. Немножко ставим иглы вперед.
вязание не слетало. И забираем петлю, которая у нас так, чтобы у нас не задиралось вязание, чтобы не задиралось и не слетало полотно, можно навешивать скрепку. Так, забираем петлю, которая у нас внизу под иглой находится, на иглу надеваем. Таким образом мы прикрываем это все безобразие, которое у нас провязано. Если цвет контрастный, протяжка отличается от основного цвета, ее прекрасно видно, и если вы ее не перетянули, она легко надевается на иглу. После этого есть несколько способов оформления такой обратной планки. Мы будем делать по-простому. Самое главное — не перетянуть полотно. Сейчас я вам покажу, как это можно сделать просто.
первую часть, защип буду делать на той же петле. Вот первая петля начинается с защипом. На ней, на нее, на вот эту вот иглу, надеваю 3 петли. Вторая, первая, третья. Одна игла, одна петля. На этой игле у меня тоже есть 3 петли. Значит, первая, вторая, третья. Вторая, первая, третья. Дальше одна игла, одна петля. Защип. Вторая, первая, третья. Одна игла, одна петля. Вторая, первая, третья. И две петли. Раз, два. У меня с краешку есть хвостики. И снизу вверх закрываю косичкой. Можно провязать ряд точно так же, как мы уже с вами сделали на горловине. Очень симпатично получается. Такая объемная коса. Закрываем ряд, воспользовавшись хвостиком, который у меня есть в начале вязания. Косички бывают разные, бывают косички обычные, бывают косички двойные. Сейчас я закрываю двойной косичкой. Двойной косичкой. Одна петля реальная, вторая воздушная. Одна петля соединяет полотно и петлю с петлей ловителя, вторая воздушная. Такой достаточно интересный рубчатый край получается. При этом он эластичный, потому что воздушная петля дает возможность полотну растягиваться. До конца закрываем. Как видите, бросовые нити я не снимаю. Мы снимаем в последний момент, когда видим, что полотно нас полностью устраивает, переделать ничего не будем. Потому что если вдруг возникает какая-то недоделка, ошибка или переделка, открытые петли уже есть. То есть их нужно будет, можно будет потерять. При таком способе петли оставить у нас всегда в рабочем состоянии. Закончили вязание, просто выдернули катушечную нить. И вот это бросовое полотно отпадает само одним движением. До конца. Вот такой рубец получается. Достаточно симпатичный, интересный. Вот этот хвост я уберу внутрь, когда закончу закрывать полотно. Все, что нам остается, надеть петли горловины, вот наш рубчик, который мы сейчас собрали, на то количество петель. По количеству игл, которые соответствуют оставшимся петлям, и провязываем те же 6 рядов, как на верхней планочке. Выполняем обратный подгиб. И точно так же, как мы делали сверху и по краям, закрываем косичкой.
провязав один ряд. Можно провязать ряд, можно нет, но будем выполнять по подобию. Надеваем петли, делаю вот так, чтобы они не слетели в процессе соединения. Бросовая нить и катушка является разделителем, который показывает, где мы находимся. И таким образом мы не потеряемся и наденем те петли, которые нужны. Потому что у нас один цвет. И после этого провязываем ряд, закрываем косичкой. Если идет смена цвета, вот как было внизу, прекрасно видно, где у нас заканчивается подгиб, где начинается полотно. Когда у нас цвет одинаковый, выводить одну дорожку у нас изнаночной петли, если посмотреть вот на розовый и зелененький, вот отлично виден ряд. И этот ряд прослеживается по всему полотну. Поэтому можно ориентироваться таким образом, не ошибетесь, и всегда будет очень ровное соединение. Главное не торопиться. До конца надевайте. Все, закончили. Убираем бросовую нить. Делать это очень просто. Ну, я режу пополам, потому что длинная нить. Нахожу край катушки. Просто выдергиваю ее. Остальное отваливается. Брусовая нить просто отходит. Очень удобно. И разделяет хорошо, и легко убирает брусовую. Не надо ничего вырезать, не надо нигде придумывать ничего. Просто вытянули. Главное не порезать руки, потому что катушка острая. Если где-то что-то ввязалось или вшилось, ничего страшного. Опять же, катушку отрезали, и все в порядке. Смотрим. Рубчик по переду. Конечно, это все нужно немножко привести в себя, подпарить. Еще лучше постирать, разложить, дать высохнуть. Наша обработанная горловина. Убираем все хвосты. Нам осталось убрать все хвосты, подпарить или постирать. То есть провести ВТО достаточно такое приличное, потому что у меня хлопок совершенно не держит форму. Поэтому буду стирать и раскладывать в лежачем положении. Так, все хвосты, если где-то рядом планочка, убираем внутрь планки, завязали обязательно узел, и внутрь планки убираем хвосты. Так, не тянули, отрезали, загладили. Эти хвостики уходят в планку другую, другой стороны. Подтянули, отрезали, загладили, все, никаких хвостов. Хвосты поверху, все, что у нас сверху, точно так же заправляются в эту же планку. Узелки завязаны, все соединено. Планочку
петельку и ловите. Зацепляем, планку убираем, отрезаем. Никаких хвостов. Так, здесь хвост у меня был на соединении. Его просто надо затащить внутрь, в том месте, где он мешает. Нить. Вот здесь хвост. Вот этот хвост надо убирать. Планок никаких нет, ничего нет. Обязательно как следует завязали. И беру зеленую часть. И через несколько петель вытягиваю вверх. Точно так же по красной стороне. Захватываю протяжки. Ой. Нить и вытягиваю. Отрезали, никаких хвостов. Таким образом убираем все хвостики. Проводим влажно-тепловую обработку. И радуемся обновке.